Здоровый образ жизни – таков маршрут безопасности. Управление по делам молодежи совместно со специалистами различных структур рассказывает школьникам о вреде пагубных привычек. Просмотр фильмов лишь подкрепляет слова. Для старшеклассников такие встречи проводят каждую четверть. В последнее время такие мероприятия они приобретают все большую значимость, так как здоровый образ жизни выходит на первый план в развитии и воспитании ребенка как личности. У Ксении Куляшовой много вопросов к разным специалистам. Выбирая профессию, она должна вам нравиться, рассказывают работники центра занятости. Ксения внимательно слушает, ведь самый главный вопрос – куда пойти учиться. Центр занятости пригласил девушку к себе для прохождения теста на определение сферы, которая ей подходит. Они очень важны, потому что в данный момент психология нашего возраста, она немного подавлена, потому что готовимся к экзаменам. Очень сложно, и такие мероприятия помогают нам сосредоточиться на своей профессии, выбрать ее, по крайней мере. Такие мероприятия учат многому, признаются школьники. Здесь и здоровый образ жизни, и индивидуальные беседы с психологом. Ребята стараются не пропускать и внимательно слушать каждое слово специалистов.